Приморский край и китайский город Хуньчунь будут укреплять обмены и сотрудничество в области туризма. Соответствующее соглашение заключили представители государств, а также договорились дополнять сильные стороны друг друга и объединять усилия для содействия развитию туристических обменов. На следующий год также запланирован ряд мероприятий, как в области спорта, так и культуры. В частности, в феврале следующего года пройдут зимние детские спортивные игры «Дети Приморья». А также в следующем году запланирован ряд культурных обменов, опять же с участием Мариинского театра. И также мы ждем из провинции Ляонин балетную труппу. И я надеюсь, после вашего визита наше сотрудничество в гуманитарной области начнет развиваться еще более интенсивно. Глава хуньчуньской делегации Джан Инзы поблагодарила российских соседей за теплый прием и выразила надежду на плодотворное сотрудничество. В свою очередь, заместитель руководителя Краевого агентства международного сотрудничества Алексей Колмогоров также добавил, что Приморье ждет китайских коллег в гости всегда и без всякого повода. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.